сегодня не только я как предприниматель, но и каждый живущий в городе видит, что происходит. Ну, каждый видит, что происходит с водоканалом, ощутили вот эти канализационные стоки в подвалах. Люди видят грязную воду и прочее. Все это последствия бездействия нашей власти. На сегодняшний день власть отгородилась от населения, от предпринимателей. Она заняла такую позицию. Нам хорошо, мы заработную плату получаем, а как вы выживаете сами. Но заработная плата означает заработай себе деньги, заработай. И я уверен, и все, то, что мэр города, что губернатор, они деньги свои не заработали. Если сегодня люди не получают зарплату свою, заработанную, но при этом они эти деньги получают. Я считаю вообще кощунственным вот такое, ну и прежде всего как-то морально, ну невозможно, как это так, если людям вы не выдали ни здравоохранению надбавки, ни другой отрасли. Издательский дом Биробиджан на сегодняшний день, также не решена проблема, и при этом губернатор получает заработную плату. Ну, это парадокс. Проведенный митинг внимание власти нашей не обратил. Не обратил, потому что власть отгородилась, она сбросила с себя все. Все социальные функции, ЖКХ и прочее. Она оставила себе одну маленькую роль. Получить вовремя заработную плату, добавить себе заработную плату. И я думаю, ни президенту, никому вот эти вот митинги нужны. Но их провоцируют местные на местах руководители, начиная от губернатора и кончая нашим мэром, которая политика направлена на то, чтобы народ будоражить и это все спихивать на нашего президента. Все. Поэтому в этот раз, 16 апреля, мы вновь проводим митинг с часу до двух на площадь Дружба. В прошлый раз на митинге было 700 человек. Все желающие могли выступить. Значит, если в этот раз мы соберем, ну, нужно доказывать, что мы не просто, значит, выходим. Мы же не от хорошей жизни выходим. Мы выходим из-за того, что от бездействия этих властей. Поэтому все, кто желает, могут присоединиться к этому. И я думаю, вместе мы все-таки наведем порядок, потому что нам здесь жить.